дорогие телезрители. Сейчас мы находимся в кафе Милана. Они молодцы, хочу похвалить. Они распечатали, подготовились к гастрофесту и распечатали вот такую вот табличку для своих посетителей. И у них есть возможность увидеть, что на самом деле в гастрофест входит в сеты. На самом деле в эти сеты входит очень много. Сет номер один – 1210 грамм. Туда входит пицца Милана. Вот она вот такая вот красотка. Дальше. Два бургера, сосисочки, стрипсы, картофель по-деревенски и луковые кольца. И два соуса. Сет по фиксированной цене в 30 бургера. 1 килограмм 200 грамм. Пицца в Милана – это их коронка. Это просто нужно пробовать. Пицца в Милана вы обязаны попробовать. Вы еще никогда этого не делали. В этой пицце в Милана в составе сыр, моцарелла, томаты, как мы видим. Здесь есть ветчина и соус чесночный. Конечно же, магия. Волшебные руки этих прекрасных поваров Милана. Вот так вот выглядит чизбургер в разрезе. Огурчик видим, маринованный лучок, маринованный огурчик. И вот такая вот котлетка. Видно еще соус на сырочке. Попробуем. А вон какой-то соус, вкус он барбекю. Ну, вкусный. Удивили. Сет за 8 рублей от кафе Милана входит два капучино, кружечка, сердечко и два маффина шоколадный и не шоколадный. Вот такой он рыхленький, свеженький и однозначно будет вкус. Если подводить итоги, за 32 рубля однозначно подойдет для компании даже из 4 человек. Смело можно брать. Единственное, что рекомендуем, еще взять что-то запить. Ну, на любые напитки на выбор, которые вы любите. Сет кофе сет за 8 рублей, который состоит из двух капучино и двух маффинов. Идеальный вариант для кофе с подружкой. Либо повод отлично не сходить с кофе с подружкой. Поэтому обязательно пробуйте.